Так, ну вот, друзья, уже здесь начинается в нашем селе пробка. У нас тут как раз идет выезд на автобан. И сейчас мы с вами дальше пройдем, посмотрим, что там происходит. Вот дальше уже видно, как мигают трактора. Вот это как раз мы приближаемся. Значит, это автобан А1, да, насколько А1, я помню. Да. Это направление Гамбург-Бремен. Да, перед нами табличка. Автобан А1, съезд. Вот в основном трактора стоят с разными подобными надписями. Водителей внутри нету, они, видимо, вышли. И я так понимаю, они там стоят на трассе. Ну, пойдемте еще посмотрим поближе. Здесь продолжение. Так, ну и вот мы уже поднялись на сам мост автобана. Здесь также все перекрыто. Вот часть съезда, это съезд на Бремен. Здесь тоже все перекрыто. И пройдем, посмотрим дальше. Вот здесь тоже написано, здесь нет будущего без фермеров. Да, и вот тоже машины стоят, а вот как бы автобан. Смотрите, он пустой, ну, практически пустой, да, это не свойственно такое количество машин для автобана. Обычно здесь все заполнено. Как бы кое-кто вон стоит на съезде. Не знаю, проезжают они там или нет. И, друзья, посмотрите, какая сегодня красота. Холодно, правда, но зато солнце такое зимнее. Так красиво. И вот такая ситуация на дороге. Въезды в села тоже перекрыты. Обычные машины тоже стоят в очереди. Периодически трактора сигналят. Да, вот такая ситуация. Дальше, видите, это съезд автобана, это съезд из Бремена. Как бы машины пытаются проехать, стоит полиция, конечно, вон дальше, далеко-далеко, да, можно увидеть количество машин. По информации, это будет продолжаться всю эту неделю. Школы и работы, не знаю, кто как куда доберется. Я часть дороги сегодня шла пешком, часть смогла проехать. Дети в школу не попали. Не знаю, как будет дальше и сколько это будет продолжаться. Вот, кстати, какая-то фура смогла проехать, ее, видимо, пропустили как-то. Но там дальше нет проезда все равно. Потихоньку колонна начала двигаться, не знаю, насколько далеко они проедут. Началось все это с 5 утра, я шла в 5 утра на работу, и уже ехало какое-то количество тракторов. До какого времени, не знаю, это будет длиться, но пока так. Видите, это сейчас фуры пытаются съехать с автобана, они сигналят тракторам, водители тракторов отвечают им тем же, но никто никого не пропускает. Перекрыли фурам выезд полностью. Видите, они как плотно едут, не пропуская фуру. Они то ли машин сигналят, я не пойму просто. Ну вот такая ситуация, друзья, сегодня в Германии. Будем надеяться, что все решится положительно. Не забывайте подписываться на канал и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем до встречи в следующих видео. Пока-пока!